Наконец-таки нашли приличного окуня по размеру. Блесна матвейчика 35 миллиметров. Задняя крышка такой сферическая. Прошли порядка 4 километров. Ну, наконец-таки зацепились более-менее хотя бы за вот такой вот размер окуня. Будем надеяться, что он здесь стоит и довольно-таки активный. Но все равно приходится выдрачивать. То есть просто вот играючи не хочет брать. То есть либо лесенку делаешь, либо по дну постучать. Удается раздраконить его. Все-таки как-никак уже... Вот, видите, какой-то даже бракованный. Все-таки уже почти конец января. Сегодня 26-е, наверное, число. Все-таки уже как бы глухозимье. Походили по рельефу, по банкам. На банке стоит, но в 3-4 раза мельче окунь. И это на 6 метрах. Бля. То есть совсем откровенная пипесня. А сюда пришли, здесь хоть как бы размер совсем не совсем планктон, скажем так. Затихла лунка. Серия из 4 штучек. Вот еще один. То есть, видите, когда блесной работаешь плавным подъемом и резким сбросом, она тогда сыпется с уходом в сторону. А когда мы делаем вот такой вот короткий дерг, она начинает гвоздить. То есть, ну и как правило, поклевки окуня происходят на смене игры. То есть, ну, в основном это как бы такая моя, наверное, 100% рабочая подача блесны. То есть даже спаяв, когда, то есть я, то есть спаял, в принципе, как бы разлов спаянной блесны я начинаю именно с этой проводки. Она у меня и поисковая, в то же время как бы и на добивание неплохо работает. То есть я прихожу на лунку, делаю 10 широких сбросов, затем перехожу на короткие дерги, затем перехожу на лесенку. То есть если в течение этого времени как бы поклевок не последовало, там, например, 10 широких взмахов, 10 коротких дергов, лесенка, если поклевки не последовало, то в принципе как бы можно идти тогда на другую лунку. Следовательно, как бы, ну, активного окуня, который готов скушать вашу блесну, то есть его под лункой нету. Поэтому нет смысла задерживаться на таких лунках, и лучше сместиться тогда. Сейчас мы попробуем еще в горизонте, может быть, поднялся чуть-чуть окунь за блесной. Сейчас 5 махов сделаем и пойдем на другую лунку.
нету. Пойдем чуть-чуть глубже сходим. Ребята, извиняюсь, не могу нарезать, полетела прога на компе. Так бы я, конечно, подрезал, чуть вырезал бы что-то. Но, к сожалению, полетели кодеки, надо переустанавливать, а времени нету. Так, вот здесь свальчик. То есть глубина уже на 40 сантиметров. 50 сантиметров. 60 сантиметров разница. 70. 80. 90 сантиметров перепад. Пробьем поглубже луночку. Но блесна весит 1,8 грамма. То есть на такой глубине она уже перестает сыпаться, и она просто планирует. То есть тут под лункой где-то 2,5-3, с учетом того, что флюр 0,12, но вес блесны 1,8 грамма. Исходя из расчета грамм на метр, то есть, ну, мне кажется, что она так ярко сыпаться перестает, то есть просто планирует. А если мы засунем ее еще глубже, то она просто начнет гвоздить. То есть на этой глубине уже бы лучше, наверное, я бы поставил ромбика. Но мне, откровенно говоря, лень перевязывать. То есть, тем более, вот эту блесну я спаял для одного человека, который выступает в чемпионате республики по зимней блесне. И мне важно понять, что эта блесна может, чтобы, когда я буду отдавать человеку, я мог ему рассказать. Вот есть небольшенький. Но опять же, выше взял, со дна поклевки не было. Вот такая вот блесенка. Крючочек Овнер 18. Сюда бы можно было бы, конечно, и 20, но 20 это уже если откровенно ловишь окуня там 2-3 грамма весом, тогда он, да, выигрывает. А все-таки, когда есть шанс зацепиться за какого-то приятного по размеру окуня, лучше поставить 18 номер. Продолжаем делать лесенку вверх. Пару широких сбросов. Попробуем еще чуть повыше. Короткие дерги. И пойдем лесенкой вниз. У дна еще сделаем пару махов, и широких, и коротких. И пойдем на другую лунку. Если поклевок не последует. Так, по дну пару раз. Широкий сброс. Вот, есть. Видите, как произошло? На лесенку не захотел, постучали по дну и отозвался. Только тенденция какая? Чем дальше от берега, тем точнее мельче окунь. Может быть случайность, а может быть в этом что-то определенное есть. Так, тогда делаем как? Продолжаем. Лесенку вниз. Если ему понравилась такая проводка, может быть получится еще словить. Пару раз по дну. И вверх. Вот сразу поклевка. То есть окунь явно реагирует на удары по дну. Сейчас постучим. Вот хороший. Сразу же со дна подобрал фактически. Неплохой окунек был.
Вот по губам дали и все. Значит, какой вывод? Не хочет. Сейчас сделаем короткую лесенку вверх. Вот подвис был. Опять лесенку вверх. Подвис. Сход. Верхней точки поклевок нету. Пошли вниз. А что мы словили? Мы словили листик. Наверное, сейчас уже после листика ничего не будет. Ау. Да, у меня. Вот я пошел глубже, окунь вообще измельчал. А в берегу ловится крупнее. Ну сейчас, в этой лунке у меня был такой подвесон хороший, но сошел. Сейчас еще попробую. Вот видели? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такая поклевка хорошая. Вот и покрупнее окунек. Так что лесенка — рабочий вариант. Для многих, конечно, я Америку не открыл, но может быть кому-то это пригодится. Я часто наблюдал, что люди пренебрегают таким методом блеснения, хотя на самом деле очень рабочий вариант. Пашка, попробуй рожка поставить. Вот есть на лесенку вниз. Буду выключать, потому что получится слишком длинный фильм. Ребят, спасибо за просмотр.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, с радостью всем отвечу. И напоследок маленький окунёчек. До новых встреч, друзья!